Ребята, привет! Сегодня на обзоре... Сегодня на обзоре будут снова носочки. Не носочки, а спортивные носки. Опять спортивные носки. Ну да, я люблю носки спортивные. В общем, почему здесь? Сегодня короткая версия спортивных носок. Короткая и недорогая. 152 рубля на момент покупки. Давайте распечатаем, посмотрим, можно ли такое покупать или зря я купил. И вас тогда от этого постараюсь оградить. Опять у нас очередные носки спортивные. Давайте посмотрим, что в пакете. На момент покупки 152 рубля за пару. 152 рубля это шикарная цена. Дон Лима. Фирма какая-то Дон Лима. Упаковка реально как у фирмы. Нормальная. 2021-01-04. Совсем свежие. В общем, реально похоже на фирму. Здесь даже есть ушко для подвешивания, типа как в магазине. Носки плотные, это уже радует. Наверное, это пока самые мои будут любимые, потому что и цена хорошая. Здесь у нас спереди на носках сразу какой-то логотип. Возможно, фирмы вот этой. Да, именно он и есть, располагается. Резинка. Уплотнение, рифленое уплотнение в носке, здесь резинка, опять уплотнение в месте, где нога сгибается, частенько тут натирает, может натирать кроссовками, такое бывает, давайте вывернем, посмотрим изнутри, как выглядит. Да, люблю вот это, когда набивки побольше, когда поплотнее, посередине меньше. Кстати, сделано очень все аккуратно. Симпатично, пяточка, опять плотная набивка. И вот здесь вот кольцо из плотной набивки. Да все ок. Я бы сказал, все более чем отлично. Цвета есть разные у продавца. Белый, черный, серый. Есть, по-моему, у него и высокий, и низкий. Низкий дешевле, естественно. Но, по сути, высокие как бы и ни к чему. У меня сейчас кроссовки низкие, и бегаю я в низких кроссовках. Ну, бегают, наверное, все в низких. То есть... такие носки самое оно. Кайф. Так, друзья, решил не откладывать прощание, потому что что-то подобное у меня уже есть. Сейчас скажу, что это прикольные, кайфовые носки. 152 рубля. Они по-любому стоят. Сделаны хорошо, качественно, ничего не торчит. Все очень аккуратно, грамотно сделано. Где надо поплотнее, где надо более упругие, где надо более сетчатые. Очень сделаны хорошо, 152 рубля, халява, уже можно заказывать. Так, по заказам, кэшбэком пользуйтесь, копейка к копейке. В общем, если что-то изменится, или они какие-то некомфортные, или еще что-то, можете спросить в комментариях, я вам отвечу. Играю, если мне до сих пор напишу, да, играю, или порвались в первую тренировку, хотя вряд ли такое возможно. Но так и напишу вам, честно отвечу. У нас здесь всегда самая лучшая цена и честные, честные обзоры. Может, не заикаться, вот это честно, честно. Ну, я не обманывал никогда. И вообще на этом все строится, в принципе, здесь, на канале. Как-то так вроде. Ладно, друзья, классные носки, классная цена. Кэшбэком пользуйтесь, ссылку на продавца оставляю. Все. Спасибо за просмотр. Приятно было увидеться. Всех обнял, поднял. Всем пока.